Здорово, бандиты и бандитки, с вами Спикер, и сегодня покажу, где находится концертный ножик в игре Sons of the Forest. Друзья, мы находимся рядом из одной из пещер, ориентир довольно будет точный. Сейчас покажу вам на мини-карте, на компасе. Мы находимся практически в центре. В центре острова. Рядышком с нами есть озеро. Как раз вот маленькое озеро такое. Здесь у нас находится несколько палаток. Там есть какой-то лут. И как раз рядышком с одной из палаток находится тот самый ножик, с помощью которого мы сможем открывать консервы. Так, мы и забираем. Тут также деньги, сможет сохраниться и поспать. Как им пользоваться? У нас есть консервы. У нас бывает очень много консервов. Мы берем консервы, ножик, это дело кидаем на тряпку, и он открывает. Как обычно называют, кошачий корм. Его разогреть нельзя, пожарить тоже нельзя. Мы просто скушаем и все. И поднимает, в принципе, неплохо. Сила и энергия. Друзья, увидимся уже в новых роликах. Всем спасибо, кто смотрел. И до новых встреч. Всем пока.